Тверские спортсмены внесли свою лепту в выступление сборной России на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Наши земляки принесли стране не только медаль, но то, ради чего на турнир в первую очередь ехали делегации со всей планеты. Подробности у Романа Быкова. В Венгрии, где в городе Сегет прошло мировое первенство, сборная России завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую награду. Свою лепту внесли и наши земляки. В частности, Игорь Калашников, который стал вторым в байдарке четверки на дистанции в тысячу метров. Очень отличный результат. Знаю, что Игорь уже, так скажем, мотивации не было. Уже вроде как хотел заканчивать. И тут вот такие два года он попадает в сборную. То есть, ну, перезагрузка произошла. И вот у него медаль уже взрослого чемпионата мира с серебром. Про остальных ребят, причем это касается всей сборной, восторженных отзывов намного меньше команда России выступила довольно скромно. Всего пятое место в общем зачете, которых, к слову говоря, выиграла Белоруссия. Что-то не получилось, где-то ребята перегорели. А еще была очень сильная конкуренция, объясняют такой результат тренеры, приводя в пример заезд в байдарке четверки. Байдарка четверка, в составе которой Артем Кузахметов и Александр Сергеев тоже вот на всего лишь на 4000 их вот отделила от бронзы. Они заняли четвертое место. Но, тем не менее, задачу сборной они выполнили. Лицензия у нас, так скажем, в кармане. Именно олимпийские лицензии, а не медали, были главной целью прошедшего чемпионата мира. Пока сборная России завоевала как минимум 5 путевок в Токио. На соревнования погребли на Байдарках и каное. Остальные наши тренеры рассчитывают добрать на турнирах в следующем году. Причем за возможность принять участие в играх 2020 будут бороться как те, кто не попал в Венгрию, так и герои минувшего чемпионата мира. Таковы жесткие правила этого вида спорта. Когда завоевав для своей родины лицензию, сам гребец может потом не отобраться на главный турнир четырехлетия.